Чуваши, русские, татары, мордвам. Только в одной нашей республике проживают представители более 120 национальностей. У каждого свои обычаи и традиции. И один общий для всех праздник – День России. Жители и гости города Чебоксары отмечали его во всех парках культуры и отдыха. Праздничную программу в Волокреевском лесу включили всех от мала до велика. Малыши рисовали свою родину. Ребята постарше участвовали в викторине. В память о строительстве оборонительных рубежей в День России работала специальная выставка. Здесь можно было увидеть и орудия труда, и архивные документы. Насыщенной оказалась и концертная программа. Творческие коллективы один за другим выходили на сцену и дарили собравшимся яркое настроение. Россия для нас это, ну как сказать, все. Для нас это все. Вот, для нас для России. Для меня это все сказала. Это надежда на лучшее будущее. Надежда на наше светлое рождение детей. Мы очень рады, что мы родились в этой стране и что у нас все улучшается с годом. Для молодых людей, которым в этот день исполнилось 14 лет, был двойной праздник. Они получили свой главный документ – паспорт гражданина Российской Федерации. Это потрясающий праздник, на котором можно получить миллиард просто эмоций. Это бывает один раз в жизни. А еще так получилось, что торжественное вручение паспорта – это тоже бывает один раз в жизни. Этот день надолго запомнился и семье Евдокимовых из Аликовского района. Их внучка Ксения Афанасьева, проживающая в Чебоксарах, тоже стала героем праздника. Вместе с Алексеем Григорьевым из того же района они спасли тонущего ребенка. В аналогичной ситуации год назад оказался и Сергей Михайлов. Мы с папой и братом пошли на пруд купаться. И тогда, ну, когда уже я собирался из берега, ну, на берег выходить, увидел тонущую девочку, поплыл за ней, спас ее, вытащил на берег. На берегу взрослые оказали медицинскую помощь. Сергей Михайлов, Ксения Афанасьева из Чебоксар и Алексей Григорьев из Аликовского района за свои поступки стали удостоены знака «Горячее сердце». Кроме того, ребята получили возможность принять участие в тематической смене лагеря «Орленок». И это была далеко не единственная приятная новость праздника. Конечно, сегодня здесь, в парке, в День России, царит удивительная атмосфера. И складывается ощущение, что и все сложные дни, сложный год остается все позади. Потому что сердца, которые сегодня, что взрослых, что детей, дают такую веру в будущее нашей страны, в будущее нашего города, нашей республики, что нет никаких сомнений, что и у города Чебоксары, и у Чуваши, и у нашей великой, могучей России впереди только замечательные события, рост, стабильность и процветание. Ульяна Пятакова, Татьяна Раевская, Георгий Кривошеин, Республика.